Если вам известна вкусная и сытная закуска хумус, то вы знаете, что основной ее ингредиент – отварной нут, но его можно приготовить по-новому, добавив запеченный сладкий перец, вяленые томаты, специи. Хумус подходит как для повседневного стола, так и для постного и вегетарианского. Добавка запеченного перца и вяленых томатов не только улучшила вкус закуски, но и добавила ей ярких красок. С удовольствием делюсь с вами рецептом, как легко и просто приготовить хумус с запеченным перцем и вялеными томатами. Приятных вам хлопот на кухне! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Чтобы отварить нут, его следует заранее замочить в холодной воде на 8 часов, слить, затем отварить под закрытой крышкой в большом количестве воды. В течение 1,5 часов оставьте немного бульона для разведения хумуса. Перец помойте, заверните в фольгу, запекайте в духовке при 180 около 1 часа, снимите кожицу, удалите семена. В измельчителе соедините нут, перец, вяленые томаты, оливковое масло, измельченный чеснок, специи, соль и лимонный сок, пробейте до однородного состояния, при необходимости добавьте немного овощного бульона, готовый хумус остудите, его можно накрыть и хранить в холодильнике до 3 дней. Подавайте готовую закуску с ломтиками хлеба, хлебцами или свежими овощами, приятного аппетита! Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Нут, 300 грамм, отварной. Перец болгарский, 1 штука. Красный, крупный. Вяленые томаты, 8-10 штук. Чеснок, 1 зубчик. Масло оливковое, 50 мл. Сок лимонный, 2 столовые ложки. Зира, 1/2 чайных ложки. Перец розовый, 1/2 чайных ложки. Бульон овощной, 1/2 стакана. Количество порций 8-10. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.